Санкт-Петербурге разгорелся громкий скандал вокруг учебника, предназначенного для будущих стражей порядка. У автора пособия, профессора университета МВД Василия Дрожжина, оказался весьма своеобразный взгляд на отечественную историю и право. Книга переполнена одиозными высказываниями и цитатами из антисемитских публикаций. Руководство вуза спохватилось только после того, как выдержки из учебника появились в интернете. Подробности этой скандальной истории в репортаже нашего корреспондента Михаила Акинченко. Заместитель начальника Санкт-Петербургского университета МВД новое учебное пособие из рук не выпускает. Содержание книги теперь большой секрет. По крайней мере, пока не закончится служебное расследование. Весь тираж изъят и арестован. Есть нарушения в организации подготовки издания или к изданию данного учебного пособия. Какие? Ну, в ходе проверки служебной мы разберемся, но все досконально проверить те факты, искажения, которые представлены в учебном пособии. Новый учебник с названием «История отечественного государства и права» с 1985 по 1991 год выпустили еще в декабре, но студентам книгу так и не выдали. Кто-то заметил странные высказывания в тексте и выложил их в интернет. Развал СССР и появление на его территории СНГ расшифровывается в народе «Сбылась надежда Гитлера». То, что не смог сделать германский фашизм, сумел совершить сионизм. Выступая в израильском парламенте Кнессете в феврале 1992 года, Горбачев Гарбер заявил: «Все, что я сделал с Советским Союзом, я сделал во имя нашего Бога Моисея». В руководстве вуза признались, что и сами о содержании учебника узнали только из интернета. Автор нового издания, профессор Василий Дрожжин, в числе самых уважаемых преподавателей. Один из основателей университета, кандидат юридических наук, заслуженный юрист России, написал больше 150 научных трудов и еще 15 учебников. На этот раз рукопись перед отправкой в печать почему-то никто не проверил. Возможно, сработал авторитет уважаемого педагога. Мы относимся к нему определенным уважением. С другой стороны, конечно, это вызывает определенные вопросы, поскольку если человек преподает, если человек состоит на государственной службе, то, конечно, он должен воздерживаться от каких-то крайних, радикальных взглядов. Преподаватели говорят, что сами никогда не замечали за профессором антисемитских взглядов, даже в неформальном общении. Да и студенты о нем самого высокого мнения. За кадром добавляют, по многим вопросам профессор всегда высказывает собственную, особую позицию. Грамотный специалист, уж ничего лишнего по ходу учебного процесса никогда не высказывался, против никого никогда не настраивал. И студенты, и коллеги признаются, что видели лишь анонс учебника на сайте университета, в котором сказано: «Пособие дает ясное представление о том, кому и как удалось ликвидировать СССР и поможет изжить многочисленные мифы о причинах распада союзного государства». Как только разразился скандал, анонс спешно удалили. Сам автор от встреч с журналистами отказывается. Общение только по телефону. Давайте будем точны. Сионизм у нас в 1975 году был осужден в категории расизма. Поэтому каждый из нас, в том числе вы и я, формировать отрицательные отношения к идеологии расизма, какая бы она ни была, нацизм или сионизм. Если носителями идеологии считаются евреи, то не все евреи являются сионистами. И я питаю глубокое уважение к тем честным, порядочным людям, которые протестуют против этой идеологии. Профессор подчеркивает собственное мнение. В этом учебнике он не высказывал. Приведенные в интернете цитаты – это лишь выдержки из уже опубликованных книг. Их можно вполне легально приобрести. Но в Петербургском университете МВД признаются, что даже если в результате проверки нового учебника истории нарушений закона не обнаружат, тираж книги, видимо, все равно уничтожат. Уж слишком шумным оказался скандал. Михаил Акинченко, Сергей Шилов, Евгений Беляев. Первый канал, Санкт-Петербург. Сионизм – это нацизм, супернацизм. Кто хочет, почитайте Тору, Ветхий Завет. Там эта идея супернацизма иудейского изложена не прикрытой форме. Поэтому я даже удивляюсь, как столько количества книг издано Ветхого Завета, Торы, и как люди, вроде бы читающие книги, да, вроде говорят, даже верующие и так далее, не прочитали это или не увидели, что там написано. Программа супернацизм захвата, уничтожения народов и наций. И все, кто уничтожается, потому что им нужно, чтобы кто-то работал, понимаете? Иудеи просто захваченные, действительно, паразитами. Маленький народ, которого захватили и вбили им в голову исключительность. Для того, чтобы их руками проводить свою грязную политику. Но я всегда говорю, мне удивляет вопрос, почему вот никто из них не задался вопросом: хорошо, вы пришли на нашу планету, вы где-то были на другой планете?
Да, были. А у вас были там свои помощники, там тоже, которые вы выбирали, делали исключительно, ну, избранными? Были. А могу я поговорить хоть с одним из тех избранных, которые были на другой планете? Нет, не можете, они все уничтожены. Вот, извините, ни один из этих людей, большинство, не все, с молоком в матери вбивает идею, что они избраны, исключительны. И ни один вопрос, не задал вопрос, а почему мы избранные, почему мы исключительные? И вот тот вопрос сказал, ни один, потому что, ух, а скажите, а есть ли кто-то себя считает, которые не хотят, хотят быть исключительно избранными? Есть такие, особенными? Конечно, нет. Каждый человек хочет сделать что-то такое, чтобы чувствовать себя и так далее. Но это не то, что ты родился той или иной национальности. Это значит того, что ты сделал в своей жизни, что-то добился своим трудом, талантом и так далее. А то, что делается с остальным паразитом, просто используется. Поэтому немного тех фраз оставили, которые действительно принадлежат тому, кого называют Христом. Я послан только погибшим овцам дома Израилева. То есть четко говорится, что они погибшие овцы. И он тогда хотел помочь им освободить, чтобы не допустить того, чтобы Радомир имеется в виду, естественно. То, что мы сейчас с вами имеем. Потому что тогда еще можно было остановить. Тогда начинался зараза расползаться. Социальный паразитизм имеется в виду. Евреи просто слепое оружие в руках определенных сил, которым на них так же наплевать, как на всех остальных. Просто нашли дураков, которые вбили голову, что они особенные, дали им кусок больше хлеба, чем всем остальным, вбили в голову, что они исключительные, особые и так далее. И они делают всю грязную работу. И мне их очень жалко, потому что они верят в эту дурость. Мне жалко в том плане, что они верят в такую дурость. Потому что если бы они дураки в том плане, что это не значит, что, понимаете, жалко, если мне жалко, не значит, что я не буду бороться с системой. Это разные вещи, если я борюсь. Вы думаете, кто мне пытается уничтожить? Именно эта система. Просто понимаете следующее. Просто вот, когда вот, это опять-таки элементы психологии. Это не только связано с евреями. Вот мне приходилось сталкиваться неоднократно с людьми, которые выходят на контакт с другими цивилизациями. Не все они психически нормальные, поверьте, не все. Конечно, есть среди них и таковые. Но тех, кого психика не разрушена, то понимание понимается. То есть, что такое сумасшествие? Это неадекватное восприятие реальности. Неадекватное восприятие реальности не может быть. Вот здесь адекватно, а здесь неадекватно. И человек неадекватно, он все реагирует неадекватно. Так вот, многие контактеры, которые устраивают контакты, на контакт попадают чаще всего на паразитические элементы, только другого уровня. И там и русские, и украинцы, и немцы, и французы, кого только нет. Среди контактеров есть. Всех народов и национальностей, всех рас. И что же вы думаете, эти контактеры им говорят? Что они особенные, что они избранные, что вот они выбраны, потому что они такие, специально, что у них миссия великая, спасти землю, спасти цивилизацию, что их называют, назначают там правители вселенных и тому подобное, и тому подобное. И что самое интересное, это уже не евреи, извините, только другой вариант. Я не видел ни одного из них, который спросил бы, хорошо, вы выбрали меня правителем вселенной. Был такой гусь один. Ну, хорошо. Я бы спросил, хорошо, а что такое сделал, что я правитель вселенной должен? Что, извините, сел не так по-другому и не хотел сказать, хуже. Что? Но человек должен что-то сделать, иметь какие-то качества, возможности, чтобы править вселенной. Согласитесь со мной, правильно же? Если человек не может, как говорится, организовать команду 10 человек, а тут ему предлагают править всей вселенной, да? Ну, почему-то он не отказался, он принял это с радостью в своей душе. И задался вопросом, как вы думаете, почему? Он не еврей, извините. А потом он сказал, о, ты особенный, и так далее, и тому подобное. Понимаете, здесь четкий психологический расчет.
Вопрос. Они тоже евреи по национальности? Нет. А почему? Просто вот на такую дурость очень много ловится. Потому что очень много, особенно это касается малых народов, которые в силу тех или иных обстоятельств оказываются, ну, зависят от многих ситуаций, и они, как говорится, вынуждены приспосабливаться. И они чувствуют себя ущемленность, ущербность. И вот когда такая ущербность есть, вот такая информация ложится бальзам на душу. Особенно, когда амбиции есть. Вот амбиции есть, и тут же правитель все, я правитель вселенной, да, это же так здорово. Так, все мне подчиняйтесь, я правлю вселенной. Ну, черт возьми, ну спроси, ты своей женой управлять не можешь. Она тобой управляет. А тут вселенная. Ты хоть знаешь, сколько вселенной цивилизации существует? Ты хоть на одной планете побывал, а уже правит. Вот вам, пожалуйста. Понимаете, это психология, и паразиты действуют очень точно, на всех уровнях. И то, что выбирают дураков тех или иных, поэтому мне их жалко в какой-то степени. Потому что, знаете почему? Вот тех дураков, которые назначают правителем вселенной и так далее, у них действительно есть природные задатки, которые, если бы они развивали, они действительно могли сделать, выйти на уровень, так называемых богов, как наши предки говорили. То есть те, кто могли изменять пространство, материю, время и так далее влиять, могли бы. Но они никогда не станут ими. Потому что такие паразиты приходят, им такое подносят, и они это принимают, и начинают процветать. Или вестники Всевышнего, или Всевышний вещает им их, своим сосудом передачи информации. И такую хинею там несут через этот сосуд, что этот сосуд хотя бы почитал бы сам, что он написал, чтобы понять, какая же высшая мудрость исходит от Отеля, от Всевышнего, понимаете? А оказывается, Всевышний, это у меня был один случай забавный, какой забавный, в том плане, что кто читал мою автобиографию, я уже писал об этом, что проводил семинары и курс обучения в Америке, группы у меня были, две группы, и потом проводил семинары. На одной из групп ко мне приехала на обучение женщина, которая, как говорится, уже книжек несколько написала, целительница считалась и тому подобное. И многие вещи объяснял, в том числе и объяснял по поводу ангелов-хранителей или гайдов, как называют по-разному, проводников и тому подобное, контролирующих наблюдателей и так далее, и так далее. Но у него действительно природные задатки были хорошие. От природы. Когда я все это объяснил, она говорит, вот я хочу узнать насчет своих гайдов, ну, это ангелов-хранителей, наблюдателей, контролеров. Я говорю, а вы действительно хотите их увидеть? Да. Я говорю, поверьте, вы подумайте хорошенько. Если я вам покажу их реальное лицо, и не думаю, что вам понравится. Вы действительно хотите? Но она была, видно, уверена. Ну, хорошо. Хорошо, приглашает она, ну, приглашайте, это чтобы не я приглашал, вы сами пригласите. Она пригласила их, своих, так сказать, учителей. И что она говорила? Буквально с первого занятия, когда начала элементарные вещи говорить, вот, откуда ты знаешь это? Мои, так сказать, гайды, то есть мои наблюдатели говорят, что это супер секретное знание, это ты еще не доросла, не готова. Элементарно 2+2=4, понимаете, условно? Но она пригласила их. Я говорю, ну все, вы, они, она говорит, да, они, вы уверены? Да, уверены, проверьте, она проверила 10 раз, говорю, отец, смотрите, я снимаю с них камуфляж. К сожалению, записи сгорели, когда пожар устроили у меня там, друзья, товарищи, но была запись. Нужно было видеть ее физиономию. Ей очень не понравилось то, что она увидела. До такой степени, что потом она несколько дней ко мне не приходила на занятия, потому что в депрессию впала глубокую. Потом ее подруга, которая приходила, говорит, слушайте, все, ну вот она просто так рассуждает, не может.
Так скажите, что она должна радоваться, что ее дурили, а теперь она свободна, теперь ее уже никто дурить не сможет. Пускай приходит, друг Аня, она потом пришла. Вот вам, пожалуйста. Так вот, когда я предлагаю, так сказать, тем, кто говорит, что вот у меня есть контакт, говорю, пожалуйста, может быть и есть, но когда слышишь кое-что, сразу видно, знаете, как говорится, кто бывал в Африке, кто только говорит, что бывал, понимаете, да? И поэтому, говорю, пожалуйста, приходите, если так, с ним ничего не случится. И знаете, ни один не пришел, который уверен, что он правитель Вселенной, что он сосуд Всевышнего и т.д. и т.п. Они не хотят расставаться с этой иллюзией. А вы удивляетесь, почему евреи не хотят расставаться с своей иллюзией, что они особенно избранные. Та же самая природа. А вы думаете? Вы знаете, многие из них навредили тоже немало, просто не все вы знаете. Но действительно, если говорить о мире таком, ну, в своей «России кривых скал» я изложил полную систему, как социальные паразиты действуют, какими методами, что они делают и что они планируют. Так что вы понимаете, что я никого не ощущаю, наоборот, они меня ненавидят больше, чем, наверное, не знаю, кого. Наверное, самый враг номер один для них я, потому что я разоблачил их систему, вскрыл их. Не то, что, понимаете, важно не просто кричать «Бей жидов, спасай Россию», не нужно это делать, а этого не хотят. А нужно показать ту систему, которую они создали для того, чтобы превращать нас с вами в баранов. Вот пока мы с вами не поймем этого, они будут праздновать и, как говорится, пить молоко из грудей царских, помните, как написано в Торе. И все цари будут служить рабами, приведены будут, как рабы будут. Вот пока мы будем сидеть и позволять, это будет. А вот если мы все вместе проснемся и перестанем позволять паразитам, комарам пить кровь и клещам, которые присосались, они должны или измениться, стать нормальными, или погибнуть. Два варианта. Но это уже зависит от их выбора, понимаете? Потому что если они будут продолжать дальше, они будут уничтожены самой системой. Но самое интересное в том, что та система, если она победит, эта система, хотя я сомневаюсь, она приведет к гибели и их в том числе, не только нас с вами, как гоев, понимаете? Они тоже погибнут. И некие бункеры их не спасут. Вот чем забавно.